следственными органами Следственного комитета России по Брянской области предъявлено обвинение начальнику регионального управления ГИБДД Ивлееву, а также двум его подчиненным. Это начальнику МРЭО Шапову и старшему инспектору МРЭО Винникову. Они обвиняются в совершении в соучастии преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса, это злоупотребление должностными полномочиями. В основу обвинения легли результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и Федеральной службы безопасности. По версии следствия, в апреле текущего года в результате незаконных действий должностных лиц было выдано без сдачи соответствующих экзаменов водительского удостоверения. В связи с этим осуществляется уголовное преследование. В настоящее время уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников ГИБДД, соединены в одно производство, и расследование продолжается.